Мы уже 4 года делаем видеоролики для продуктов и игр. И часто видим, что инди-девелоперы или девелоперы, у которых нет бюджета на создание видео стороннего, хотят делать ролики сами. Мы очень любим нашу работу, любим смотреть ролики и очень хотим, чтобы хороших роликов было много и готовы поделиться нашим опытом в создании видеороликов. Первый шаг к созданию видеоролика — это определение аудитории его. То есть задача любого видео — воздействовать на зрителя, призвать его выполнить то или иное действие. Соответственно, от разных групп зрителей вам нужно то или иное действие. Очень важно, допустим, для геймера показать геймплей. Вы хотите, чтобы он скачал игру. Для разработчика игр, для паблишера вашего вам важно показать возможности монетизации или расширения за счет там, социальных фишек игры и прочих подобных штук. Что касается именно задач видео, то условно мы разделяем их на три типа. Это трейлеры, чья задача заинтересовать в игре, получить нового пользователя. Презентация — это ролик, который просто расскажет о вашей игре максимально полно. И туториал — это, с одной стороны, поможет пользователю разобраться в вашем продукте, в вашей игре, и не поможет ему уйти от вас. Это очень важно, иначе нельзя смешивать несколько целей, нельзя смешивать несколько аудиторий в одном ролике, иначе вы потеряете фокус и не заслужите внимания ни того, ни другого. Определившись с аудиторией, мы переходим на этап разработки сценария. Первая задача — это формирование списка подзадач вашего видео. То есть вы хотите показать геймплей, вы хотите показать локации, вы хотите показать мультиплеер и так далее. Имея список задач, вам легко перейти к созданию структуры, просто фактически разбив ролик на какие-то компоненты и выстроив этот порядок. Далее идет написание текста диктора, описание видеоряда и балансировка диктора и событий видео. Мы об этом поговорим отдельно еще. Мы начинаем, как я уже сказал, с создания списка задач. То есть вот эта левая колонка, где мы формируем просто... Это основная. То есть если вы пропустите этот этап, вы будете переставлять сцены местами, потеряете очень много времени, опять же, фокус зрителя. Определившись списком задач, мы переходим к тексту диктора и уже добавляем визуализацию. Это, конечно, сценарий вот такой условный, но, по крайней мере, позволит вам получить представление о структурировании материала. На этом этапе вы также работаете над текстом диктора. Это очень важный момент, поскольку вот мы придерживаемся нескольких правил, чтобы не потерять, опять же, фокус зрителя, чтобы зритель понимал, что он смотрит, потому что все-таки основная информация — это визуальная, и если вы будете мудрить с текстом, использовать нумерованные списки, долгие перечисления, вопросы, аббревиатуры или сложные конструкции, растянутые на несколько сцен, вы просто потеряете, опять же, фокус. То есть это будет смотреться рвано, дерганно и как-то негармонично. То есть текст должен литься прямо вот рекой. То есть вы можете выковырять его из сценария, вбить в один абзац, прочитать его и услышать все такие вот косяки. Также на этом этапе вы можете рассчитать длительность ролика. Очень важный момент по многим причинам. Во-первых, это поможет вам сбалансировать видеоряд и сами слова диктора. Уже сейчас вы можете рассчитать длительность ролика. В русском языке в одной минуте около 120 слов. То есть, соответственно, в одной секунде два слова. В английском языке чуть больше, как вы видите. И это отличие характерно для всех языков. То есть польский достаточно быстрый, немецкий чуть помедленнее. И есть вторая очень важная формула. Для каждого события, для каждого объекта в кадре вам нужно 3-4 секунды, чтобы рассмотреть его. То есть вы там показываете локацию или персонажа. Человека нужно просто успеть его рассмотреть. Если вы будете это делать быстрее или медленнее, человек или опять же потеряет фокус, или заскучает. Вот, руководствуясь этой формулой, вы можете рассчитать достаточно точно длительность вашего будущего ролика. Что касается самой длительности ролика, то в мире существует такая тенденция, что количество, точнее, длительность видео просматриваемое уменьшается с каждым годом.
То есть это данные актуальны на 2013 год, но вы как видите, очень, очень яркая зависимость. То есть чем меньше ролик, тем больше шансов, то, что его досмотрит зритель до конца. И здесь есть тенденция, которая вот явно, к тому же сейчас еще и задает ее Apple, ролики для App Store идут не более 30 секунд. То есть есть основания полагать, что будет короче и короче. Следующий этап — это запись озвучки. Ее очень важно сделать до анимации, поскольку вам же хочется добиться того, чтобы видео смотрелось бесшовно. То есть чтобы даже любая небольшая пауза, пауза в визуализации, пауза в словах диктора им испортит впечатление от вашей работы. Поэтому даже если у вас нет возможности записать озвучку финальную сразу, запишите ее самостоятельно. Это хотя бы поможет вам получить какие-то примерные представления и сэкономит вам очень много времени на адаптацию ролика под уже профессиональную озвучку. Что касается самих дикторов, то у нас есть собственная база дикторов, но когда мы ищем новый голос, мы отправляемся в интернет, где очень много всяких каталогов, баз для разных стран, где вы можете напрямую связаться с диктором без посредников и договориться с ним о ценах. Очень важно работать с профессионалами. Есть куча сайтов, например, там Fiverr, где вам буквально якобы натив запишет вам за $5 озвучку, но нужно учитывать, что это будет непрофессиональный диктор, который не умеет держать темп, который даст петуха, который запишет это с шумами с улицы, на плохом оборудовании, и когда вы выйдете на этап монтажа, вы неизменно это обнаружите. Также очень хорошо даже для профессионалов дать вашему знакомому native speaker послушать небольшое демо, потому что как бы нам ни казалось, что мы хорошо владеем языком, мы можем пропустить дефект, можем пропустить шепелявость, акцент и прочие вещи, опять же, которые могут испортить впечатление. Что касается англоязычных дикторов и вообще иностранных, очень важно искать дикторов, не принадлежащих ни к одному из профсоюзов, которые запрещают зачастую записывать озвучку, допустим, меньше там, 300 евро там, или 200, даже 50 слов обойдется вам в дурные деньги. Опять же, очень важно учитывать цель. То есть все мы действительно люди, если вы делаете детскую игру, вам озвучка обойдется дешевле. То есть для ТВ это самые дорогие озвучки. То есть там счет идет уже на сотни долларов за несколько слов. Во избежание всяких проблем всегда давайте транскрипции всех имен, названий, заимствованных слов или просто вообще сомнительных моментов, где может быть какой-то прокол. Перед записью обязательно поищите на YouTube, найдите референс того голоса, настроения, темпа, который вам нравится больше всего, и дайте его диктору. Так вы избежите, позволит вам избежать такой способ дополнительных перезаписей, а, соответственно, и трат средств. Ну и изначально договоритесь об условиях перезаписи озвучки. Обычно профессионалы перезаписывают 1-2 дубля без с изменением, допустим, темпа, и вы можете легко договориться. Следующий этап — это раскадровка. Вам очень важно определиться, понимаете ли вы своего дизайнера, определиться с всеми элементами для ролика, с шрифты, то есть абсолютно все. То есть в дальнейшем это фактически создание дизайна вашего будущего видео. Раскадровки мы оформляем подобным образом. То есть это 1-2 кадра для каждой из сцен статичных с небольшими подписями, для того, чтобы так их намного проще согласовать. Если ролики мегасложные какие-то, где очень много событий, очень много графики, мы делаем по 2-3 кадра для каждой сцены, которая сменяется под озвучку. Вот еще примеры таких раскадровок. Вот. Исходники для раскадровок вы можете брать, естественно, из игры, если у вашей. Вы можете их рисовать с вашим иллюстратором, который создавал. Или вы можете их покупать на стоках. Вот список один из самых популярных. Стоимость одного векторного изображения в районе $10. Бывает чуть-чуть дешевле. И все они распространяются по принципу royalty-free. То есть вы их используете полноценно, без всяких претензий.
Если у вас нет своего иллюстратора, или вы не верите собственным силам, очень много талантливых ребят сидит на сайте Behance.net, это что-то вроде социалки и базы, вы всегда-то можете найти хорошего исполнителя. Следующий этап – это музыка. Очень важный. Опять же, очень важно сделать это до начала работы над анимацией. Вы можете использовать музыку как из вашей игры, ну, так и сочинять ее самостоятельно или у аутсорсных звукорежиссеров. Ну или также вы можете их покупать на биржах. Биржи также работают по принципу royalty-free. Вы используете... То есть это подразумевает то, что автор, выкладывающий там трек, не обязуется не предъявлять никаких претензий на начисление авторского сбора. Есть несколько типов лицензий. Простая – это около $15 за трек. Вы используете трек для одного продукта и обязуетесь не использовать его на ТВ. Более сложные, дорогие лицензии – около $150 и не накладывают никаких практически ограничений. Наша любимая биржа – это Audio Jungle, но, к сожалению, она не может похвастаться удобным поиском, поэтому мы используем Soundizer, который позволяет вам фильтровать треки по огромному количеству параметров. При выборе трека также очень важно учитывать, как он сочетается с голосом диктора, и фильтровать треки, в которых есть... яркие, выделяющиеся из общей волны звуки. То есть это могут быть хрипы, звуки-ударки, хлопки, какие-то писки. Все это может очень сильно мешать восприятию голоса диктора. То есть простой тест на выявление таких треков – это просто постепенно уменьшать их громкость, и трек должен исчезнуть за порогом слышимости практически весь сразу одновременно. То есть не должно быть такого, что вы слышите ударный, но не слышите уже гитар. Он должен исчезнуть примерно одновременно. Конечно, все это индивидуально, есть треки, есть исключения во всех областях, но это такое общее правило. Также очень классный эффект при анимации дает наложение ее на метроном, то есть когда каждое событие происходит под клик трека, то есть под бит. То есть все события в ролике случаются, двигаются в едином ритме. То есть на этапе анимации видеодизайнер просто подкладывает трек под событие, может даже его не слушать, и каждое событие просто начинается, то есть через какой-то определенный квадрат событий. Подобрать трек легко, клик-трек легко, потому что даже людям, которые все плохо с музыкальным образованием или медведь наступил на ухо, вы просто включаете трек, запускаете сервис вроде вот метрономер, один из моих любимых, и просто топаете ногой, стучите пальцем по доске и кликаете на эту кнопку tap. Минута такого упражнения позволяет вам примерно выровнять трек, поймать бит с помощью переключателя, размер ритма, вы можете подобрать правильный ритмический рисунок. То есть если когда вы подберете, вы это сразу поймете, просто услышите, что ритм попадает отлично в ваш трек, и то есть это станет очень очевидно. Следующий этап – это этап записи геймплея. Мы используем иногда также анимацию скриншотов, поскольку обычно то есть геймплей очень насыщенный, но, допустим, мы там используем моменты с обновлением каких-нибудь там параметров юнита. То есть здесь мы используем скриншот, чтобы добавить какую-то анимацию, можем добавить эффекты какие-то сложные. Мы также можем моделировать геймплей из исходников игры. То есть, ну, это такое для более продвинутых проектов, для более продвинутых дизайнеров. Ну а что касается записи геймплея, вот это наш такой набор любимых инструментов. Camtasia для Windows и Mac, Rec для Android и Reflector для iOS. Есть, конечно, много аналогов, но наши любимые инструменты. Обычно мы снимаем несколько дублей и просто с помощью редакторов, как платных и бесплатных, их просто миллионы, мы вырезаем подходящие фрагменты. При записи геймплея также это характерно для браузерных игр, используется курсор мышки. Из-за того, что у всех нас минимально дрожат руки, это все может испортить впечатление. Дрожащая мышь ужасно, конечно. Скрыть это можно, просто наложив поверх курсор большего
размера, так вы скроете колебания и добавите какого-то такого органического стиля в игре. То есть даже если у вас курсор стилизован, просто возьмите исходник его, увеличьте, закройте им основной курсор, и вы избавитесь от кучи дефектов. Собственно, сама анимация. Делаем мы это всегда в Adobe After Effects. Эта программа очень недорогая, всего лишь $20 в месяц позволит, может себе практически каждый. Есть множество туториалов в интернете, как для начинающих. В принципе, с нуля для первых основ уходит неделя. За месяц уже можно начинать что-то делать. Если у вас нет времени, поручить это вашему дизайнеру, он работает с иллюстратором, ему это будет интересно, и освоит это еще быстрее. Что касается, если вы хотите искать все-таки сторонних исполнителей, вот есть у нас огромный список. То есть вы можете искать в социальных сетях, опять же, на Behance, на Vimeo, на YouTube все выкладывают свои работы, и вы обязательно найдете что-то себе в стиле. Видеодизайнеру вы уже передаете вот такой набор. Это позволит вам, во-первых, сэкономить на стороннем дизайнере, потому что обычно у вас уже есть полный пакет, и можно, начиная с буквально там с нескольких сотен долларов, запускать в работу видео. После этапа анимации у вас идет и этап sound production, то есть на котором сводится дорожка диктора, сводится трек, все в единственную такую органичную дорожку. Также подзвучиваются все основные события в ролике, то есть всякие повороты рамки, появление логотипа, какие-то действия в геймплее. Вы, конечно, можете записывать звук сразу из видео и использовать его в ролике, но, как правило, там существует много лишних шумов, которые могут вам просто помешать. То есть в игре они смотрятся органично, но в видео будут отвлекать от основного. Вот. Мы обычно обращаемся в сторонние студии. Стоимость озвучки примерно $100 за минуту. Но вы также можете делать это самостоятельно. Есть те огромное количество бесплатных библиотек звуков. Вы можете их просто подставлять под события в любом видеоредакторе, вроде Sony Vegas, MovieVee, VideoDub, и потом просто сводить эту дорожку вместе в Audacity. Это очень классный бесплатный редактор, которым, я знаю, пользуются и профессиональные звукорежиссеры. Вот. И последний этап — это локализация. Вы сделали ролик, но, естественно, вы хотите увеличить его аудиторию. И, казалось бы, все достаточно просто, но самое сложное в нем — это не только перевести все надписи, не только заменить геймплей, а адаптировать ролик под новую озвучку, под новую дикторскую озвучку. Потому что в каждом языке меняется количество слов, меняется длина фраз, меняется структура предложений, и вам нужно подгонять все заново. Но, тем не менее, можно как-то минимализировать эту боль. Для этого старайтесь использовать минимум текстовых элементов. При переводе старайтесь сохранять длину фраз и структуру, если это возможно в языках. В геймплей постарайтесь обрезать, редактировать так, чтобы не попадало никаких лишних элементов текстовых. Проверяйте шрифты и переводите, конечно, с носителем языка, потому что даже какая-то простая идиома может испортить ваш ролик. Собственно, на этом все. Есть, конечно, множество еще небольших советов. Старайтесь, многие издатели, разработчики, создатели видео тратят драгоценное время на свое лого в начале роликов. Фактически у вас есть, как мы видели из графика ранее, буквально несколько секунд, чтобы заинтересовать пользователя. И тратить драгоценное время на лого свое — это просто неразумно. Разве что вы Ubisoft или Valve. Тратьте это время на то, чтобы завлечь пользователя своей классной игрой. К сожалению, здесь не прочиталась гифка, все должно было крутиться, но старайтесь управлять вниманием зрителя. Помните, что множество объектов смазывают впечатление, объектов должно быть меньше, фокус зрителя всегда идет на самый крупный двигающийся объект. Объект не может просто исчезнуть и появиться в другом конце экрана. Это вы потратите драгоценное время, человек просто не будет понимать, куда смотреть, где происходят основные события.
Ну и еще такой совет. Очень многие используют руки в кадре при демонстрации своих игр. Это касается и анимационных роликов вроде такого, и съемочных, где мы часто видим мозолистые руки разработчиков, прощелкивающие свои игры. Если нет возможности отказаться от рук, от курсоров совсем, мы стараемся использовать вот такие вот небольшие курсоры в стиле игры. Их можно стилизовать как угодно. Так вы не загораживаете интерфейс и помогает вам раскрыть игру в лучшем виде. Собственно, все. К сожалению, очень хотелось бы показать вам кучу роликов, но времени мало. Приходите на наш стенд, обращайтесь, пишите. Будем рады вам помочь. Не торопитесь уходить. У нас еще есть время для того, чтобы задать докладчику несколько вопросов. Вопрос насчет рефлектора для iOS. Он нормально работает для записи видео или вы, он не подключивает никак? Иногда он пробрасывает, конечно, кадры. Но по сравнению, во-первых, с аналогами, это лучший инструмент. Более того, в рефлекторе есть как встроенная функция для записи экрана, так вы можете использовать сторонние... То есть как работает рефлектор? Вы ставите софт к себе на компьютер, подключаете через Wi-Fi девайс, через одну сеть, и он отображает экран. Вы можете записывать рефлектор, вы можете записывать камстазией. То есть в любом случае, как правило, никаких проблем нет. И качество тоже не падает, когда ты записываешь? Нет. Записывать Full HD 30 кадров в секунду, можно даже, по-моему, 60. И то сейчас есть... еще вышел второй рефлектор, то есть все еще стало еще лучше. То есть рефлектор можно использовать в записи профессионального ролика? Да. Спасибо. Ну, QuickTime, да, действительно, возможно. Но рефлектор все-таки нам показался интереснее. Были ли у вас случаи, что человек сделал все сам, а потом обратился к вам? Если были, то насколько это ему помогло? Бывают люди, которые обращаются, делаются к нам ролики. Вы знаете, основная беда, это самое начало создания ролика, когда люди часто не продумывают структуру. Они показывают игру, но зачем и кому становится непонятно. Бывают люди, которые делают действительно потрясающие ролики, мы можем только сказать спасибо, но часто мы переделываем, добавляем что-то. То есть примеров, как хороших, так и плохих, очень много. Созданием ап-превью, так называемых, то есть 30-секундных роликов, которые располагаются прямо на экране приложения в сторе, потому что для них определенные спеки по длине, и они рекомендуют использовать родной этот QuickTime для записи видео, плюс один и тот же ролик там должен быть в разных разрешениях, как для айфонов, для разных айфонов, для планшетов. Был ли у вас такой опыт? Да, множество. И, кстати, не обязательно QuickTime использовать. Мы опять же использовали много раз рефлектор. И на самом деле не обязательно даже использовать, оказывается, запись, как мы выяснили. Достаточно просто очень похоже его смоделировать геймплей. Допустим, в игре часто присутствуют, допустим, какие-то поп-апы. И видео... они могут отвлекать. И вот недавно у нас был опыт, когда мы просто взяли исходники игры, взяли PNG, там тысячи PNG, собрали интерфейс игры и сами его анимировали. Причем получилось настолько похоже, что модераторы не заметили. То есть, естественно, конечно, мы делаем во всех разрешениях. Если надо, мы можем поделиться нашим опытом, то есть какая кодировка должна быть, какой битрейт. Ну, в принципе, все это очень просто. А были случаи, когда реджектили ролики на App Store? Было на начальном этапе. Есть такое ограничение на демонстрацию девайсов в кадре. Но, опять же, оно не жесткое. Были примеры, в том числе и самых первых роликов, где девайс, то есть планшет или сам iPhone есть в кадре. Они проходят или нет. Тут у нас был такой случай с одной из игрой. Но... это, естественно, очень просто. Мы просто убрали девайс, сделали просто стилизованную рамку и
попали сразу туда. Спасибо. Пожалуйста. У нас есть время еще на один вопрос, который, наверное, задам я. Вчера во время доклада первого Майкрос рассказывал о том, что сейчас набирает популярность сервис Vimeo, короткие 6-секундные ролики. Есть ли кто-нибудь на вашей памяти, либо у вас в опыте, компании, которые делали целенаправленные ролики, которые выходили на Vimeo? Честно говоря, мы не всегда следим, что делают пользователи именно с роликами, но создание опыта такой у нас есть. Как правило, что можно успеть сделать за 6 секунд, учитывая то, что нам нужно из них 4 секунды на то, чтобы рассмотреть что-то, что происходит в кадре. Это анимация лого. Это, скажем, такая имиджевая реклама на узнавание бренда. Да, мы делали такие, мы знаем, люди размещают такие ролики. Ничего особенного. Окей. Ну, я больше к тому, что такой ролик сам по себе привлекает внимание, если он имеет какой-то элемент виральности, он смешной, интересный, быстро распространяется. Это очень сложно найти в игре такую самую ключевую часть, которая может зацепить. Ну, да, вы правы. Тут, ну, 6 секунд, конечно, что делает ролик вирусным? К сожалению, если бы мы знали, нам периодически задают такой вопрос, что нужно сделать, чтобы ваш ролик посмотрел 100 миллионов? Там, или хотя бы 10 тысяч, там, или сколько нужно заплатить. Но виральность – это скорее такой социальный феномен. Конечно, мы можем сделать лучше, мы можем подобрать самое классное в игре, там, или мы можем как-то обыграть интересный геймплей, сюжет, но, к сожалению, ответа у нас такого нет. Спасибо вам большое. Пожалуйста.